Дорогие мои друзья, я бы хотел прочесть стихотворение, посвященное тому, чтобы ничего не обращало наш праздник. Вокруг меня вино и конфетти, и славный мир душевных аномалий. Горит цветок, как мощный жизни стиль, и друг мой не собьет нас фестиваль с окраин. Мой друг столь странный, зеркало, лицо, а может, кажется мне то, но и другое, когда прекрасен мир, неграмотно кольцо, и наше вечное село великую войною не затронет. Браво! Браво! Прекрасно! За стихи! За стихи, друзья! Кричали женщины, ура! И воздух в щепчики бросали, и никто ничего не налил. Еще не время пока. А я пока осторожно, Мариша, так. Почитай, садись сюда, сядь вот так. За грибами пойдем. Пойдем за грибами. Друзья, теперь про любовь. Так, туда повернись, Мариша, туда вот так. Крутим Маришку, как грести на лодке. Ты мне снишься ни много ни мало, наваждение сгусток ночи. В тьме веков словно отблеск коралла, но молчи, восхищенно молчи. Дай вздохнуть, чтоб в тебя погрузиться из мембраны умершего сна, позабыв облетевшие лица, пить мартини заветного дна. Дай же яблоку болью налиться, нарасти вавилонскую мощью. Я рождаюсь сиянием царицы в самой бездне нефритовой ночи. Будет камень гулкое время под могилой слепого гранита, но летит тополиное семя, как любовь над землей. Дорогие друзья, браво! за любовь мужчины к женщине, за нашу любовь, что мы все друзья, родные люди, за любовь к нашим деткам, за любовь к нашей Ладоге, дорогие друзья, за большую любовь, которая правит миром. Браво! На тебя сажусь, что ты привил к нам эту северную любовь, на этим прекрасным островам. Ну, девочки уже по два раза уже были. Маша даже три раза была. У нас уже Мариша все. Правда, в минусе. Она была в минусе еще, но все равно, да. Ну ты героически приехал, конечно, я так переживал, как ты поедешь. Открой, это папа. Папа, возьму тебе, спасибо, помогай мне. Это тебе легко сказать на транспорте, надо, извини. Еще с ребенком надо вместе. Ну, Мариш тоже какой-то рюкзачок несла, наверное, маленький, да? О, Мариша как раз хотела, да, попробовать. Она же без вещей. И порыбачить попробовать, интересно. Ну, меньше, но намного меньше. Не, она палатку не везла уже, палатку везла. Это вообще путешественники. Много здесь вещи были, конечно, но намного меньше. Маришечка и Машечка. А ей же я на давай вот этот огурчик, вот так вот бутерброду вкусно. Маришечка. Ну что вот так вот, стихотворение много вкусненького. Ой, как много, много, это хорошо. Стрелки Васильевского острова и Петропавловской крепости, а со стрелки Васильевского острова там Юля прибыла. Ну, с Васильевского острова, вернее. Маслиновыми бликами вода струилась саксофоновым звучанием. Сиренилась полоска, как слюда, отмеченная солнце забаданием. Под звуки тающего джаза исчезла заданных пейзажа. Дворцовый мост, опавший два крыла, и фонари, расплавленные луны, задумчивая крепость и стрела, взрывающая волны струны. Браво! Спасибо! Очень красиво! Какие тут люди собрались? Ну, в общем-то, про творчество, наверное. Потом, может быть, какую-то музыку. Ну вот мы все здесь с вами чем-то похожи. Творческие люди, интересные, путешественники, у которых у каждого свое творчество. Например, у Юли очень интересное, потрясающее творчество. Она разбирается в камнях. Вот у нас столько замечательно, у меня до сих пор перит дома лежит. Я вспоминаю, как мы искали эти камни. Вот у всех свое вдохновение, у всех свое действительно волшебство в душе. Настолько интересно, помните, рассказывать о камнях. Я же потом целую книжку покупала. Смотрела.
Нет, ну, у каждого у кого-то спорт. У меня, например, Мариша, многие спрашивают, а почему там? Она стихи уже пишет, говорю, Мариша, мне нравится спортивная, музыкальная. У всех деток совершенно разные. Я за то, чтобы они не по нашим стопам шли, а искали свою стихию. Мы по ахматовски похожи, на стаю странных, голос птиц, из тонкой кальки нервной кожи, из-под серебряных ресниц. Мы извлекаем снов обломки на белых айсбергах страниц. Нам тело рвут головоломки, мы белым цветом среди птиц, клеймили мира однотонность, болтая шепотом страниц. Простив самим себе нескромность, мы пили души темных лиц. В одной галактике предметов растили их сердечный стук. Среди мольбы живых портретов из ада тянущихся рук соединялись в мире мнимом, дорожали в улочках кривых. Лишь только тени или мимые звучание синих мостовых. За ваше творчество, дорогие друзья, за то, чтобы оно расцветало огромным синим.